Okay, let's go. Наш прогноз на UFC Fight Night, который состоится в ночь с 13 на 14 июня 2020 года. Получи бонус до 25 тысяч рублей на первый депозит у букмекера PinUp. Ссылка в описании к этому видео. Райан Бенуа, Тайсон Нам. Уже долгое время Бенуа не может похвастаться стабильными результатами. С 2013 года после победы бойца идет проигрыш. Райан старается победить своих соперников досрочно при помощи нокаута. Если этого не удается сделать, то он теряет мотивацию и проигрывает. Именно с этим фактором связаны его частые проигрыши. Тайсон Нам старше своего будущего оппонента на 6 лет. Он не выигрывал последние два боя, но у него есть преимущество против сегодняшнего соперника. Тайсон никогда не проигрывал сабмишеном, что говорит о его прекрасной защитной тактике. При 11 поражениях в карьере только 3 были нокаутами. Стойкий боец, который может терпеть. Наш прогноз – это победа Тайсона Нама. Он является более опытным и мощным спортсменом, который расчетливо проводит свои поединки. Тайсон должен сыграть на желание Бенуа закончить поединок досрочно и потянуть время, чтобы вывести соперника из себя. А дальше дело техники. Ставь лайк Hogan видео и подписывайся на наш канал.